белый снег на землю ляжет и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново, и душа запеть готова. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту, все, что в небо увлекает и с Творцом соединяет. 4 января. Анастасия Узоразрешительница. День памяти великомученицы Анастасии, которая получила прозвище Узоразрешительница, потому что помогала узникам, заключенных в темницах за веру Христову, облегчить их страдания. Ее считают покровительницей роженец. И в этот день готовили обрядовую кашу, кормили ею беременных женщин, чтобы оградить чрево от пагубы. Ей молятся, чтобы беременность прошла без осложнений. В народе Анастасию называли постницей, поскольку ее день предшествовал окончанию рождественского поста. Считалось, что она также покровительствует невинно осужденным людям. Сегодня крестьяне режут свиней для рождественского стола. Начинают готовить еду к празднику. Очень популярной была свиная колбаса. Рождество без колбас, что Пасха без крашенок, так говорили в народе. Замужние женщины и девушки на выданье вышивали сегодня особые полотенца. Считалось, что именно они могут быть надежным оберегом и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери. Таким полотенцем бабка-повитуха впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины и произносила заговоры, которые помогали облегчить боль и страдания. Приметы. Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре. Сегодня строго запрещалось бить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни. Девушкам не следует прокалывать уши сегодня. Продолги долго не заживают. Нельзя сегодня ходить по дому босиком. Близкий человек может сесть в тюрьму. Нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден. Сегодня снятся плохие сны, которые пророчат беду. Хорошо, если ничего не приснится. Если женщина рожает ребенка в день Анастасии, то это по приметам предвещает удачу. Роды будут легкими, а сам ребенок появится на свет крепким и здоровым. Чтобы ребенок быстрее родился, развязывали все узлы на одежде, расплетали косы. Сегодня беременных женщин кормили кашей, чтобы не было выкидыша. В день Анастасии будущим матерям запрещалось шить. Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодняшняя передача посвящена яблокам. В гостях у нас сегодня Екатерина. Здравствуйте. Вот, она будет как раз задавать вопросы, которые интересуют о яблоках. Ну, в первую очередь, что интересует? Ну, в первую очередь интересует, что такое яблоко? Что такое это яблоко? Ну, вот как раз и в вопросе есть ответ. Угу. Яблоко – это фрукт, который известен более 4000 лет назад. Еще есть о нем упоминания в Библии. Но, оказывается, уже о яблоках знали древние египтяне и с успехом применяли их. И очень они хвалили яблоки за их целебные свойства. Кстати, Гиппократ уже в более позднее время, он отзывался о яблоках,
как о продукте, который способствует укреплению пищеварения, если имеются mm-hmm. какие-то расстройства с пищеварением. Авиценна также указывал на то, что яблоки помогают укреплять слабый желудок, и при этом он рекомендовал интересный рецепт использования яблок, запеченных в тесте, что mm-hmm. вот эти яблоки помогают от того, чтобы вывести черви из желудочно-кишечного тракта. Даже вот такие вот были интересно. Рекомендации. Да. А какие яблоки наиболее полезны? Зеленые, желтые или вот красные у нас? Действительно, присутствует огромное количество различных сортов угу. яблок, и как в них разобраться? Оказывается, можно просто-напросто сразу же их поделить на две большие группы. Это зеленые яблоки и красные яблоки. Угу. Вот у нас как раз красные яблочки, а это вот больше будут зеленые. И практика показала, что зеленые яблочки более полезны, чем красные. Полезны чем? Полезны тем, что они не вызывают аллергии. Их можно употреблять маленьким детям, даже очень маленьким беременным женщинам. И еще бывают яблоки делят на по вкусам. Бывают яблоки кислые, бывают яблоки сладкие, и бывают яблоки кисло-сладкие. А так какие больше полезны, сладкие или кисло-сладкие? В зависимости от того, какие цели мы хотим достигнуть. Оказывается, сладкие яблоки, чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что в них содержится меньше кислоты, то есть меньше фруктовых кислот, которые как раз и вызывают кислый вкус. Значит, в них больше сахаров, они меньше раздражают организм, потому что фруктовые кислоты как раз этим действием и обладают. Вот я не знаю, как ты, а если я поем кислое яблочко, у меня на зубах возникает оскома. Угу. Это как раз говорит о том, что начали действовать фруктовые кислоты. И если человек слишком часто ест кислые яблоки, то фруктовые кислоты могут и немножечко эмаль попортить. А, ну так вот как раз-таки кому противопоказаны? Вот противопоказаны. Яблоки, да? Значит, люди с ослабленной эмалью, да? Людям с ослабленной эмалью лучше всего есть сладкие сорта яблок, а воздержаться от кислых сортов. Вот. Или же немножечко кисло-сладкие сорта есть. Так вот, значит, мы как раз поговорили о вкусах. Содержится больше сахара в сладких сортах, больше органических кислот в кислых сортах, ну и поровну и сахаров, и органических кислот содержится в кисло-сладких сортах. А как мы будем выбирать яблоки? Как мы будем выбирать яблоки? Яблоки мы уже знаем, что можно их выбирать, значит, по цвету, можно выбирать по вкусу, но вот оказывается, что можно еще выбирать действительно по внешним качествам. Что это за внешние качества? Угу. Вот мы берем яблочко и смотрим. Ну, в первую очередь, желательно посмотреть, а яблочко из какого региона это? Угу. Если яблочко из нашего региона, и тем более есть зимние сорта, такие как Антоновка, то желательно их использовать, именно их. Угу. Потому что все яблоки, которые идут к нам из-за границы, для того, чтобы они сохранились, для того, чтобы они имели товарный вид, они содержат много различных веществ, которые делают их, в некоторых случаях даже вредными. А именно покрывают какой-то восковой оболочкой. Этот воск. Да, который, оказывается, не смывается даже под теплой водой и с применением какого-то моющего средства. Что-то остается. Нужен нам воск? Нужен. Не нужен. Значит, мы такие яблочки не используем. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает Новый год. Ой, а чё
он нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Веселись, 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 народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, 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 народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это Новый, Новый год. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам,